Всем привет, друзья! Привет-привет! Очередная распаковка потеряннейших посылок. 7 посылок у нас сегодня по $5. Поэтому сразу не тянем время, начинаем. Стиль марафона продолжается. Поэтому, кто хочет пройти марафон вместе с нами, подписывайтесь на наш канал и наблюдайте интересные вещи, которые здесь происходят. А мы открываем первую коробку. Здесь написано, что? Да. И это... Так, шлангочка. И это очередной аккумулятор. Вакуумная машина. Вакуумная машина. Смотри, как всегда, стильненько, новенько. Что мне нравится, каждый раз попадаются нам новые, неповторяющиеся. Я думала, вакууматорная машина, она как бы в одном стиле, и все, одна, да, там, ну, пару. А тут прям вообще столько моделей повыдумывали. На любой цвет и вкус. Да, раз-раз приложил, прижал. Так, давайте включим. Так, вот это надо, я точно знаю. А, да. Кстати, в этом наборе не предлагают пакетики. Не? Ну, нет же. Или в коробке вроде есть что-то? Вроде нет, да. Там точно нет? Инструкция? Так, все включилось. Инструкция и все, да? Да, пакетов нет. Ну, значит, этот производитель не хочет еще пакет. Он уже и так позаботился, завернул эту упаковку в пакет. Поэтому все у нас работает. О-о-о! Да, сил. Стоп. Все, отлично. Работает, фотографируем, смотрим цену, удивляемся. Хороший товар, хорошие отзывы. Стильненько выглядит, та же самая компания, тот же самый бренд Герион. Все легко, доступно. Ну и вот первый раз, кстати, показывают, как отсасывать вакуум из вот таких вот канистр. Контейнеры. Потому что до этого ни разу не было примера, как это все работает. Канистры у нас тоже такие есть. Так. И ого-го, первый товар $80. Супер. А мы продолжаем, открываем следующую коробку. Здесь у нас что-то потяжелее. Fashion Home. Интересно, какой-то подарочный может. Так, давайте я своим Special Knife'ом вскроем. Очень интересно. Аккуратно, чтобы, да, видишь, хорошо, что я был в этот раз аккуратен. Здесь что-то подарочное. Стильное. В стиле вроде бы, да, похоже. А, да, друзья, огромное спасибо, кто нам писал в прошлом микрофибру. Видео про микрофибру, да. Да, ну, мы реконсидер наше мнение, то есть передумали, подумали, посмотрели, действительно. Почитали информацию, да, огромное спасибо за разъяснение. Микрофибра – это неплохой состав. Да. Все, спасибо. А здесь микрофибра? Я не знаю. Так, и на какую постель? Развяжем. На какую кровать? Так, что у нас здесь есть? Серый, наволочка. Наволочка 2. Скорее всего, одеяло или что это, простынь. А-а-а. Давай подожди, ее и раскроем. А, видишь, чем-то зацепили дырочки. Да. Может, не надо? Чего? Раскрывать? Ну ладно. Раскроем, сложим. Это просто на резинке, наверное, да? Или да, что? Это резинка, это простынь, видишь? Простынь на резинке, да. Да. Хорошо, а вот это что? Это просто простынь тогда, да? Да. И... Состав? Та-дам! Ну, микрофибра. 100%. Но не написано... А, size king. Ну, это как на бы... На большую кровать. Да. В принципе, больше, чем наша. Но мало ли в жизни, мы захотим еще больше. Нам то, да. Что мы люди молодые. Нам надо побольше кровати. Детей надо побольше. Так, хорошо. Тогда я тут аккуратно, как всегда, своими мужскими руками сложил. Все выглядит товарный. Да, товарный вид приобрело. Фотографируем, смотрим цену. Хорошие отзывы. Товар на американском Амазоне. Посмотрим быстренько картинки. King Size. В наборе 4 наименования. Да. Только цвет другой. Ну, тоже видишь, микрофибра. Да. Так, хорошо. Ну, вернее, здесь есть этот цвет светло-серый, но нет в наличии. Да. Цена $21 с учетом скидки, было 25. Да, на и канадские. Шиппинг, на канадские сколько? И шиппинг 13? Да. Вау, это получается сколько? 3-4?
А вот наш цвет серый, да? Только размера да, не да, получается. Да. 34-46 на канадский. Ну, в принципе, так оно и стоит. Постельное белье из 4 составляющих. А мы берем следующую коробку. Опс. Сколько, сколько? 46. Ну... А так оно и есть приблизительно. Хорошее вообще стоит, конечно, за 100. За 100, там. Да. Ну, надеемся, что это тоже хорошее и цена соответствует. Так, здесь у нас очередное гнездо. Гнездо нам еще не попадалось, особенно вот с такими цветами. Так, о-ля-ля, о-ля-ля. Это очередной венок. На входную дверь. Какая красота. На входную дверь. Угу. Стиль. Какой тут розовый? Не знаю, это мой стиль. На пионы похоже, смотри. Да, да. Еще какие-то веточки туда-сюда. Да, очень красиво. Здесь, да, здесь для кого-то это дико вешать искусственные цветы и держать их в доме, но здесь это распространенная практика. На дома люди вешают на входную дверь по сезону просто венки для красоты. Да? То есть это нормально. Поэтому предлагаю сфотографировать, посмотреть цену. Очень красивый. Декоративный венок на дверь. Ну, как я и говорил, искусственные пионы. Пионии. Только знаешь, что мне понравилось? Маленький он какой-то. Да-да-да. Ну, вот на входную дверь, на крыльцо, да. Красиво. То есть можно еще написано, смотри, wedding, на свадьбы, home decor. Угу. У кого какая фантазия сработает, где кто захочет повешает, $40 за такой венок. Плюс $8 за доставку. $48 за такой венок, хотел сказать я, а сам подумал в голове, ничего себе. Давайте очередную. Хорошо, что у моей Елены есть. Уже их на разные, мне кажется, на каждый месяц можно развешивать, как в сказке 12 месяцев, а я июль, и о, венок там. И смотрим, что там у нас в июле цветет. Тополиный пух. Венок из тополиного пуха. Таких еще не было, но попробуем сделать. Очередная коробка открывается. Это что такое? Так, а здесь что-то интересное. Детский ободок какой-то на... Унитаз. Детский унитаз. Он чистый? Он хоть чистый? Да вот я смотрю, вроде этикетка есть, а пакет такой уже. Под нашумевший. Ну, скорее всего, давай чистый. Посмотрим. Нам он пригодится. Это точно. Ой, какой... Хорошо, что розовый. Да, смотри. Супер. Ой, такой классный, приятный. В общем, сидушка. Сидушка. Мягенькая. Детская. Да. То есть оно вот так ставится и крепится как-то или что? Я не знаю, наверное, да, как-то так. Ага, вот здесь вот эта штука закрепляется, чтобы оно не двигалось. Правильно? Нет. Ну или на горшок, или куда. Ну, короче, я не знаю. Ну, нет, нам унитаз большой. Нам предстоит взрослый. Это все узнать, поэтому для меня это вообще будет в первый раз. Поэтому давайте предлагаю. Тестировать я не буду. Посмотрим цену. Точно такая крышка на унитаз, только другого цвета. Да. А нам, кстати, попадался в белом цвете ободок? Полностью, да. Это было давно, в начале наших распаковок. Вот смотри, как excited ребенок с книжкой или даже то блокнот уже записывает свои дела. То есть приучается уже с детства вести дела на унитазе, а не только в телефоне сидеть. Все удобно, комфортно. Даже вон, смотри, для позвоночника полезно. Здесь указывается, что будет выравниваться. И цена? В общем, $36. $36. Ничего детские. Себе. Детские вещи вообще дорогая штука. Но нам сначала надо маленький горшок купить. Да. Но нас это не пугает. Поэтому мы продолжаем дальше. Открываем следующую коробку. И... Что это? Похоже, как на органайзер какие-то, да? Опять. Так, смотрим тканевые. Угу. Уже, знаешь, на глаз быстренько так раз, да, и определяешь, да. Что это. Да, ух ты, смотри, какие большие. Ого. Сумка или что это такое? Так. Нет, это как чемодан, смотри. Вот, вот так вот раз.
Это для хранения, наверное, зимних вещей, ну вообще вот вещей, для хранения вещей. Да, и вот так вот и переносишь. Единственный минус таких бывает органайзеров, ручки, они быстро отрываются, то есть очень слабенько, когда нагрузишь много вещей. И в этом тоже, да. Вот, а большой плюс, посмотри. Да. Ой. Ну, то, что оно расстегивается, это понятно. Сразу видно, что там лежит. Да, окно. Да. Большой плюс – это окно, потому что ты знаешь, что ты туда положил. А не так начинаешь все перерывать и смотреть, что там, что и где и лежит, если, конечно, нету какой-то пометки. Хорошо, сколько у нас их штук? Интересно. Так, три. О, вообще отличный товар для хозяйства, как заметила моя любимая жена. Тогда смотрим цену. В наборе три таких больших органайзера. Очень удобно для хранения вещей, правда? Что удобно, они именно большие, потому что маленькие. Вот видишь, даже тетенька держит их. 90 литров туда вливать мы не будем, тестировать сколько. Поэтому и в шкафу, смотри, классно. Нам бы еще такой шкаф так организовать. Мы все никак... У нас тоже все неплохо, просто в наш шкаф немного другие. Мы как бы раньше, да, планировали, что мы там еще добавим полок туда-сюда, поэтому, ну, в принципе, все и так хорошо уместилось, держится. Благодаря моей любимой жене, которая все организовала в нашем шкафу. У нас еще будут такие органайзеры, поэтому сколько цена с такими органайзерами? Наш цвет серый, 3. $25 с учетом скидки было 30. Вот, да, вообще недорого. Классная цена за 25 долларов. Ну, тоже так пойти в магазин $30 отдать. Пошел в магазин, взял органайзеров и взял горшок. Все, вот тебе уже $70. Да. А потом прихватил еще вакуумную машину, и тебе уже 150. А мы всего лишь потратим 15 долларов. Так, хорошо. Create for life. То есть нам предлагают что-то создать для нашей жизни, но мы уже создали. У нас два наших чуда бегает по дому. Что еще нам предлагают создать? Так, пустой пакет, крепеж. Так, что-то, очередные лампы, но, скорее всего, их две. Смотри, вот я вот, знаешь, я заметил, когда я говорю, нам давно не попадалось, у нас потом одно за одно идет попадание. Вот я в прошлой передаче сказал, нам давно не попадались лампы. Раз, все. И тут тебе горшочки. Горшочек варись, горшочек не варись. Хорошо. Предлагаю сейчас, я их соберу тогда. Угу. Найдем цену, покажем, расскажем. Друзья, тяжело было найти. Показываем максимально похожие к нашему. Да, ну, как бы, что нашли, то нашли. Да, вот так они будут выглядеть, так будут висеть. То есть, в принципе, тоже красиво. В основном на кухню идет над островком. Так, осторожно. Ой. В общем, приблизительно те же размеры на проводе висят. Стекло. И цена за две лампы $100. Да, ну так они приблизительно так они будут, потому что в прошлый раз нам за одну попалось там сколько? $50, что-то такое было. Поэтому. Любые лампочки входят, правильно? Да. Так. Ну, вот такая вот красота приблизительно должна была быть. Так, хорошо, что-то придумаем с такими лампами, посмотрим, может, оставим, может, продадим. Как у нас бы... целая коллекция насобиралась. Надо точно. Избавляться уже, честно. Да. Так, а мы на очередной коробке, последняя коробка на сегодня. И у нас, что тут у нас интересного, очередной, как это, защита на диваны. Да. Очередная защита на диван. На размер. На софу. На, да. Так, на софу оверсайз. Вообще еще и большой. И цвет вот такой вот серый, да? Да, ну вот он выглядит. Нам попадался буквально недавно. Но это другой. Да. Нам попался, мы его продали. Да, очень быстро. Поэтому сейчас смотри, как сложно. Ой, хорошо. Да? Да. Ой, бумажечка.
Да, нам писали, это не только когда диваны уже подпортились, надо застилать такими каверами, а вообще защита от животных. Вообще, смотри, какой супер здоровый. Ого, да. Да? Да. Ну. А там на этикетке что пишут? Где? Здесь? Да. Угу. Софа? Ну, типа, полиэстер файбер. Полиэстер файбер, как стирать? Ну, размер на софу все-таки. На софу, возможно, на диван, на большой. Я не знаю, в чем отличие. Если стелить его на такой, ну, у нас спинка просто, видишь, ниже. Нам такой не пойдет. Здесь, скорее всего, для спинок, которые высокие. Поэтому, не знаю, может, тоже продадим его, если они так... Если его взяли в прошлый раз. Поэтому не будем его задерживать в нашем доме. Если он так хочет, продастся. В принципе, такая нужная находка. Да, смотри, 22-го года. Новинка. Да. Да, защищает... Диван, софу. От детей, животных. Животных, да. Еды. Угу. Водонепроницаемые. Мы ни разу не пользовались, как-то нам не приходилось. У нас, в принципе, все пока чистенько организовано. Даже гладить можно. Угу. Вот. Ну, кому-то все равно пригодится. Поэтому XL софа. У нас просто софа. Нет, у нас оверсайз. Ну, оверсайз это большое. XL, скорее всего. Да? Да. $95 плюс, да? Опять delivery. Что это такое? $10. $10. $105. Ну, супер. За такое, ну, хорошая штука, хорошо защищает и нужная для диванов, чтобы защитить надолго свои диваны, потому что диваны дорогие стоят. Поэтому давайте подобьем итоги, скажем, сколько выгода на сегодня. Подведем быстренько итоги нашей распаковки. Мне безумно понравился венок на входную дверь, но будем, наверное, продавать. Картинки были красивые, может, кто-то захочет и купить. Тем более, эта тема здесь популярна. Ну, особенно сейчас свадьбы идут, то, в принципе, вдруг кому-то захочется на свадьбу там что-то декор сделать, правильно? Да и вообще сезонная вещь. Да. Может, быстро и продастся. Вакуумная машина, очень классная находка. Постельное белье тоже. Вот это нам понадобится в скором будущем. Мы думаем. Хорошо, что попался наш цвет. Покрывало на диван. Защита. Мне протектор. Да, мне понравился, что такой цвет хороший. Нейтральный. Не зеленый, не яркий какой-то. То есть он подойдет и на белый диван, и на какой-то цвет, другой цвет. И вообще приятно сидеть. Ощущение, да. Хорошая находка. В общем, все для организации. Органайзеры шик. Шик, да. Классные, пригодятся большие. Обязательно. Лампы подвесные, получается. Да. Лампы мы пока до бейсмента доберемся, уже и лампы будут, уже и лампы другие будут. Поэтому посмотрим. Может, попробуем продать, но если нет, пойдут нам в бейсмент тогда. Не, в любом случае они продадутся, только за какую цену. Да, или кухонные вообще заменим. Поэтому, да. Как когда-то их планировали. Да. Хорошо, значит, итог сегодня у нас $444. Как всегда, блин, классная супер цена у нас получилась. $35 мы затратили, $409 выгоды. Больше, чем в 10 раз. Топчик. Отлично. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастливы вместе с нами навсегда. Всем пока. Всем пока-пока.